чеканный шаг, отточенные движения, строгая выправка. Их называют лицом страны. Батальону почетного караула Преображенского полка в ноябре исполнилось 65 лет. В учебном центре «Авангард» представили документальный фильм «Почетный караул на службе России». Знаю и видела вас на официальных мероприятиях Министерства обороны. Красивые, статные, с красивым шагом. А как живете, не знаю. С этого и началась история документальной ленты. Создавалась она журналистами телеканала «Звезда» и военнослужащими подразделения. Герои фильма рассказывают, что служить в батальоне почетного караула не только престижно и почетно, но еще и трудно. Ответственным, вежливым военнослужащим, который трудолюбив, исполнителен и всегда готов постоять за свое отечество. На службе солдат обучают не только красиво ходить, но и правильно обращаться с оружием, выполнять боевые задачи. Участие во всех значимых событиях для нашей страны – результат ежедневных тренировок и дисциплины, поделились герои фильма. Приехал уже после военкомата в полк. Вот как вы все видели в фильме, там черная рота есть, где распределяют уже. Я решил, что если я попал сюда, то пойду в почетный караул. Мне, в принципе, все это понравилось. Так я, можно сказать, попал в почетный караул. Просто распределился с военкоматом. Видимо, я подошел по всем параметрам, которые должны быть присущи военнослужащему. Юные курсанты центра «Авангард», находясь под впечатлением от просмотра фильма, наперебой задавали вопросы и делились эмоциями. Очень понравилась выдержка бойцов. Как еще они рассказывали, как их вкусно кормили. Вообще весело, мне все понравилось. Честно, захотелось тоже вот пойти и стать частью всех подразделений. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».